Мы на месте. Мы приветствуем Агату. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Хорошо, посмотри визуально, что-нибудь мешает сканированию. Она раздутая, как кукла резиновая. Это что? Как оболочка вокруг нее. Это она раздутая. То есть полностью она, только она раздутая, как резиновая кукла. Если есть голограмма, она подсвечивается красным цветом. Это как оболочка вокруг нее. Хорошо, сканер, просканируй сейчас Агату, отключи эту оболочку. Подсвечиваются все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, микрочипы. Все подсвечивается, что соединено с этой оболочкой. Сканер выводит эту оболочку, разрезает вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами. Малейшие частицы уничтожаются на месте. Пошел процесс. Она как водой наполненная вышла. Как оболочка. Водой. Отправляю это все в клетку, тюрьму. Так лучше, Агата? Устала от нее. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Агаты под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Агаты. Находит все. Но у нее спрут. Красный дракон. Инкуб. Демон 12. И 12 демон. Итак, спрут. Красный дракон. Какой у нас дракон? 2361. Кто из вас ответственный за то, что постоянно открывается вода? Над клеткой ответственно загорается маячок. Спрут. Спрут. И чем объяснить вот эту твою любовь к таким пакостям? Объясни мне. Что ты этим хотел? Портал у него там внутри, в ванне и в кухне. Перемещается он там. И тем не менее... И то, что дома происходит, ему не нравится. Он тишины хочет. А что в доме происходит? Объясни мне. Суета. В доме суета. С точки зрения спрута. Хорошо. И в чем тогда логика, почему ты открываешь эти краны с водой? Включает, выключает. Это ты что-то этим хочешь сказать, продемонстрировать? Какой-то свой проект. Что все ушли из дома, чужие люди. Там ремонт. Понятно. Там, где рабочие работают. Они тебе мешают своим шумом, когда они работают. Ты это хотел сказать? Это и она чересчур озабочена. А она чем озабочена, с твоей точки зрения? Ремонтом. Спрут. Мне так кажется, ты старее этого дома уже. Сколько ты находишься в этом доме, что ты его за свою собственность считаешь? Не понял вопрос, в ней или в доме? В доме, в самом доме. 9 лет. Начинаем тогда с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Агаты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, сущности каждый подходит к своему каналу. Выстраиваю также канал к этой оболочке спрута. Даю команду тонкой копии Агаты произвести отчуждение. Все негативные патогены, низкая вибрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Агате. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, спрут, а сколько ты находился в ней, в самой? 9 лет ты живешь в доме. Зачем эта оболочка? Его плохо с цифрами. Говорит, что в ней 4. А глаза бегают постоянно, считает. У него с цифрами плохо. 4 года, понятно, если 9 он в доме, то 4 года совпадает. Красный дракон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Подожди, он отвечает, зачем он? Давай. Раздувал ее. Расскажи. Раздувал он ее, чтобы она комично выглядела. Комично? Ты уверен, да, что ты... Да, тогда она тратила больше энергии. На что? На объяснение. Ага. На презентацию себя. Понятно. Ты таким образом хотел отвлечь ее, чтобы она стала некрасивой и занималась больше своей красотой, чем ремонтом? Нет, она тратила больше энергии на любые объяснения, разговоры. Говорит она много. Ты что, тогда приглушал ее или как? Вот, чтобы нет, он пользовался этой энергией, насыщался ей. Угу. Энергия от того, что человек много говорит? Говорит, и она как он показывает, как расплескивает себя. Презентирует, он говорит. Здесь действительно выплескивается очень много энергии, согласен. Красный дракон, переходим к тебе, пока идет реверс. Сколько ты находишься в этом биополе? 1 год. В квартире есть твои платы? Есть. Инкуб. Сколько ты составляешь компанию в этом биополе? Красный дракон, кстати, в сыне тоже есть. Показывают, что плата в его комнате как раз. Мы сегодня сына будем по-любому чистить, поэтому красный дракон задержится. Перед тем, как мы к инкубу перейдем, кто еще присутствует в сыне из вас всех? Никто. Только красный дракон. Итак, инкуб, сколько ты по времени присутствуешь в этом биополе? 2,5 года. И эти 2,5 года ты противишься, чтобы человек мог найти себе пару, мужчину, да? Мы сильно и работать не надо было. Спрут
все сделал. Какой-то способный такой спрут с этой оболочкой. Он действительно твою работу сделал. Но, тем не менее, должна была остаться в биополе. Есть твоя накидка под ключки? У него нет накидки. У него есть как защипы какие-то. Он в ней вызывал желание сексуальное. Угу. А спрут, когда я раздувал, то есть она и казалась комичной всем. Поэтому ее не нужно было спруту что-то еще ставить. Дополнительно. Он показывает, что ее мужчины боятся. В ней много энергии, которую вот как раз она расплескивает и говорит, старается. И это отпугивает, безусловно, мужчин. Это отпугивает, когда она говорит больше, чем они. Хорошо, у нас 2,5 года сделан куб. И демон. Сколько ты составлял компанию в этом биополе? Агате. 1 год и 2 месяца. Мне интересно, на что ты зашел? Какие черты ее характера тебя привлекли? Резкость и самоуверенность. Это находится на твоей... Последнее слово должно быть за ней. Да, это действительно, я могу подтвердить. Мы с очень многими демонами встречались. Последнее слово – это сразу демон. Это их черта, это их чистота. Они имеют право быть, потому что такие энергии есть. Вот они на них и приходят. Контракта у тебя нет, демон ни с кем? Нет. 1 и 2 года. В квартире у тебя нет подключек? Раскидал что-нибудь? Ловушки? Порталами передвигаюсь. Черт есть в этой квартире? Бес. Найдешь у него и спросишь. Хорошо, я просто ему тогда и отдам негатив, который я буду собирать в этой квартире, поэтому я и спрашивал. Если он тебе не нужен, значит, его не получишь. Без проблем. Реверс закончился, Вера? Да. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Агата забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Агата себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И забираем из этой оболочки все родные энергии, все, что на чистоте Агаты находится, мощным потоком пошло назад. От кого что идет, Вера? Посмотри, пожалуйста. На спокойствие идет от этой оболочки. Тишина, расслабление. Вот это все оболочка у нее забирала. Делая нервной, постоянно энергичной какой-то, как... Гиперактивной. Да. Здесь демон нервничает. Он говорит, что ты сам работать не хочешь, а у него отнимаешь честно заработанной энергии. Я сам работать не хочу. Я тебя поставил перед выбором. Ты должен со мной коммуницировать. Я тебе предложил вариант. Я у тебя спрашивал. Ты скажешь, найдешь его и спросишь. Хорошо, я его найду. Но ты же не знаешь моих планов. А планы мои чистки квартиры. И вот с этой квартиры... И ты не знаешь, почему я так ответил. И там почему не ты... только квартира, там еще и жильцы. Потому и кого найдешь, у того и спросишь. Mm-hmm. Ну, хорошо. Реверс закончился. Лярвы есть в биополе, демон у Агаты? Темнение. Где? На языке как раз. Вот от этих как раз слов, которые она слишком много произносит, да? Хочешь забрать это затемнение? Она говорит, как будто кому-то хочет доказать что-то. И от этого, соответственно, формируется затемнение. У нее как отчаяние идет после того, как она все это выговорит. Не отчаяние, а слабость. Ее ослабляет это. Ну и хороший отток энергии после этого всего. Хочешь получить это затемнение? Да. На язык? Выходи сначала, отключайся полностью на месте, доложи, что ты все снял. Я дам отдельную команду, можешь забрать это затемнение. Приступай. А гиря на ноге круглая, прикована. И что она делала, гиря, как она ее ощущала, как тормозила ее? Тормозила, затрудняла ее действия. Он снял. Хорошо, разрешаю тебе забрать это затемнение. Забирай, возвращайся назад. Готово. Инкуб, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью, ничего не забывай. Возвращайся назад, доклады о готовности к проверке. У него такие, как защипы в нижней части живота, небольшие, как прищепочки. Снимай их. Готов. Красный дракон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай свои платы, отключайся, возвращайся назад. Приступай. Здесь сердечная чакра. Готов. И спрут. Выходи, спрут, отключайся, если у тебя есть какие-то присоски, вытаскивай их. Жидкость тоже не забывай, приступай. Да, есть у нее в области висков, чуть ближе здесь, котелок, к лбу. Как она ощущала, это сдавливание было, это что было? Было сдавливание и внушение. Дальше этих присосок не шли у нее мысли, то есть он ее ограничивал мысли, она не могла. Направлял. Ну, это готов. Уже итак, все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Агаты со спрутом, его оболочкой, красным драконом, инкубом, демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Она говорит, что-то такое я подразумевала. Сильно устала от них.
во все стороны мои энергии тянули. Да, здесь такая сплоченная, дружная команда, да. Хорошо, хоть душу не воровали. Готово. Включая внутренний белый свет Агати, этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкое вибрационное чужеродное, находящееся в ее биополе. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит, остаточная энергия выходит и формируется перед ней в шар. Готово. Хорошо, открывая по шарам воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия Агати отстегнуть каналы к интерферентам на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Проверку прошли все. Значит, тогда, демон, твоя энергия есть в квартире? Отпускать тебя в квартиру? Квартира отпускаю, есть мои подключки там. Хорошо, тогда, значит, дальше будем, как я и сказал. Коврик мой лежит. Кроме того, у нас красный дракон и спрут там находится. Тогда я сейчас открою два канала. Квартиру. Красный дракон в сыне есть. Ага, красный дракон, тебе придется остаться. Я открою по-любому два канала. В один уйдет спрут в квартиру, соберет все, что он там оставил, и демон уйдет во второй портал. Потом я все проверю и отпущу вас на вашу чистоту с демоном, как договорились. Открывается два портала в квартиру Агаты. 1, 2, 3. В один идет спрут, во второй идет демон. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Инкуб, ты больше не приходишь в это биополе, тебе понятно? Нет. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Красный дракон, тебе придется остаться, пока мы сына не проверим. Идем дальше. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Агата, мы закончили вашу чистку. Как вы чувствуете себя сейчас? Очень спокойно и легко. Отлично. Сейчас мы будем поднимать в эту комнату диагностики вашего сына и почистим его, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Вышла тонкая копия. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Кристофера в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с его тонкой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел. А на месте? Мы приветствуем Кристофера. Он идет к маме. Мы спрашиваем мамы разрешение на диагностику и чистку Кристофера. Мама дает разрешение. Я даю команду на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Кристофера, под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканирует все семь тонких тел Кристофера, находит все. Здесь выстроились 3 канала сразу. Добавился к красному дракону еще арахноид и бес 8. Итак, красный дракон, арахноид и 8 бес. 3 канала, да? Да. Все знают, где они находятся, на чистке. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Кристофера спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Так, кто, кроме красного дракона, присутствует в квартире? Арахноид без? Оба. Сколько без присутствует в биополе? Без 9 месяцев. Арахноид, сколько ты присутствуешь в биополе? 2 года. Понятно. И красный дракон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 3 месяца. Ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Кристофер забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Есть. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с красного дракона. Выходи, красный дракон, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Он в сомнения в него вселял. Дракон? Но недолго сидел, да. Вытащил. Арахнует, твоя очередь. Выходи, вытаскивай свою паутину, иголки, если есть. Отключайся полностью, возвращайся назад. Готово. И без, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью. Скажи, есть затемнение в биополе Кристофера? На голову показывает, там, где спрут, этот арахноид сидел. Понятно. Хочешь получить это затемнение? Хочет. Тогда снимай, докладывай на месте, что ты все снял, я дам отдельную команду. У него запутаны ноги, он снимает, как нитки, путал он его. И как это отражалось на физическом плане, это путание? Он не в ту сторону шел или как? Он не знает, что дальше делать. У него и есть это слово «не знаю», «не решил». Не знаю, не решил, и плюс сомнения красного дракона. Отлично. Все понятно. Готово. Разрешайте забрать затемнение на голове. Забирай, ничего не оставляй, возвращайся назад. Готов. Все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Кристофера с красным драконом, арахноидом, бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Есть. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка.
Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть ему все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, отстегиваются, открывая воронку в галактическое ядро, и они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Красный дракон арахнует. Я сейчас открою вам один канал в квартиру, Кристофер, где живет Кристофер и Агата. Собирайте все, что вы там оставили. Я приду, проверю и отправлю вас первый раз на вашу чистоту. Все понятно? Все понятно. Открывается канал в квартиру Кристофера. Красный дракон и арахноид уходит в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Бес хочет получить эмоциональный фантом? Хочет. Выходит эмоциональный фантом Кристофера, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Да, вышел фантом, там серости, красной энергии снизу. Проворачиваете энергии в шар, спрашиваем беса, забираешь? Забирает. Отправляю бесу. Бес, я сейчас открываю тогда тебе портал в квартиру, собираю тогда все, что ты там оставил. После этого я буду собирать весь негатив в квартире, поделю его между тобой и демоном. Все устраивает? Да. Открывается прямой канал в квартиру. Кристофер, 1, 2, 3. И бес уходит в этот портал, забирает, что принес. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Клетка пустая, да? Да. Поехали по частотам. Гармонизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Кристофер, мы тебя почистили. Как ты себя чувствуешь сейчас? Прекрасно. Чувствую вибрации в своем теле. Очень приятные. Сейчас мы будем возвращать тебя назад в твою систему биоробот-душа. После этого вернем твою маму и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую кубик. Отключаемся от Агаты. Квартиру ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью квартиры Агаты. 1, 2, 3. Ты перед дверью. Да, я здесь. Входи в квартиру. А здесь две двери, между ними портал. Под этим, внизу между этими дверями, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Итак, кто у нас? Значит, у нас арахноид. Есть. Спрут. Есть. Красный дракон. Есть. Демон. Есть. Бес. Есть. И воронка. Под воронкой открывая портал в галактическое ядро, и она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Итак, красный дракон, ты все свое собрал? Да, он снял плат из комнаты, из детской. Хорошо, я хочу получить слово красного дракона, что больше никогда не придешь в это биополе и в эту комнату, в эту квартиру. Даю слово красного дракона. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Он забирает, что принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноид, ты все собрал? Да, он все собрал. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Спрут, ты собрал все, что ты оставил в этом доме, в этой квартире. Он показывает, что он в трубах делал затор. У него как пробки, потом сетки какие-то есть. Да, да, все снял. Спрут, ты больше не приходишь ни в эту квартиру, ни к этим душам. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Димон, ты свое все собрал? Коврик он показывает, возле дверей собрал. Бес, ты свое все собрал? Собрал, собрал. Пошли по квартире, показывай мне портал, я их буду закрывать. После этого соберу вам негатив и отправлю на вашу чистоту. Приступай. В коридоре есть на потолке портал с левой стороны. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Есть портал в ванне с левой стороны в стене. В этом месте внизу, в стене, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Еще один портал. Это детская комната. Там есть шкаф большой. Да. В этом шкафу стена такая выпуклая, это портал. В этом месте внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все. Возвращаемся к клетке тюрьме. Даю команду на счет 3. С каждого пройдет низковибрационная эмоциональная энергия эмоций, мыслей и чувств. 2 средних шара сформировались. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю.
Второй шар делю на две равные части. Бес, черт, демон, забираете? Забирает. Отправляю каждому по его половине. Готово. Найдите себе новое место обитания, мы все здесь будем запечатывать. Все понятно? Понятно. Открывается внизу два портала. Один на чистоте демона, один на чистоте беса. Демон уходит, забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Бес забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала и ставлю две огненные пентаграммы. Готово. Под клеткой тюрьмы открываю воронку в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Готово. Мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем.